Вначале было слово. Внимательно прослушай каждое высказывание и пропусти его через твое сознание и сердце. И от этого ты извлекешь очень большую пользу. Любите мужчин, им очень нужна ваша любовь, даже если они в этом никогда не признаются. За каждым великим мужчиной всегда есть женщина, которая в него верила и любила по-настоящему. Революции никогда не облегчали бремя тирании. Они лишь перекладывали это бремя с одного плеча на другое. Газета – это печатный орган, не видящий разницы между падением с велосипеда и крушением цивилизации. Мой способ шутить – это говорить правду. На свете нет ничего смешнее. Секрет успеха в том, чтобы вызвать возмущение у как можно большего числа людей. Любите мужчин, им очень нужна ваша любовь, даже если они в этом никогда не признаются. За каждым великим мужчиной всегда есть женщина, которая в него верила и любила по-настоящему. Больше всего люди интересуются тем, что их совершенно не касается. Если мой сосед бьет свою жену ежедневно, а я никогда, то по статистике мы оба бьем свою жену через день. Если вы начинаете самопожертвование ради тех, кого любите, то закончите ненавистью к тем, кому принесли себя в жертву. Самый большой грех по отношению к ближнему не ненависть, а равнодушие. Вот истина, вершина бесчеловечности. Мы не имеем права потреблять счастье, не производя его. Непристойность можно отыскать в любой книге, за исключением телефона. Читая биографию, помните, что правда никогда не годится к опубликованию. Идеальный муж – это мужчина, считающий, что у него идеальная жена. Уметь выносить одиночество и получать от него удовольствие – великий дар.
искренним быть не опасно. Тем более, если вы вдобавок глупы. Люди, умеющие веселиться, не имеют деньги. А люди, имеющие деньги, не умеют веселиться. Иногда надо рассмешить людей, чтобы отвлечь их от намерения вас повесить. Ненависть – месть труса за испытанный им страх. Вор – не тот, кто крадет, а тот, кого поймали. Если когда-нибудь, гоняясь за счастьем, вы найдете его, то, подобно старухе, искавшей свои очки, обнаружите, что счастье было все время у вас на носу. Тех, кто умеет, делает. Кто не умеет, учит других. Стареть скучно, но это единственный способ жить долго. Единственный урок, который можно извлечь из истории, состоит в том, что люди не извлекают из истории никаких уроков. Если у вас есть яблоко, и у меня есть яблоко, и мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея, и у меня есть идея, и мы обмениваемся ими, то у каждого из нас будет по две идеи. Человек, как кирпич, обжигаясь, твердеет. Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного – научиться жить на земле, как люди. Единственный, кто поступал разумно, был мой портной. Он снимал с меня мерку заново каждый раз, когда видел меня, в то время как все остальные – подходили ко мне со старыми мерками, ожидая, что я им буду соответствовать. Жизнь состоит не в том, чтобы найти себя. Жизнь состоит в том, чтобы создать себя. Научился говорить, значит, вырос. Научился молчать, значит, поумнел.
Постарайтесь получить то, что любите. Иначе придется полюбить то, что получили. Человечество может избавиться от насилия, только прибегнув к ненасилию. У вас на Западе есть время, но у вас никогда нет времени. Мученичество – единственный способ прославиться, не имея никаких способностей. Любовь – самая могущественная сила, которым обладает мир, и все же самая скромная, которую можно вообразить. Умение прощать – это свойство сильных. Слабые не умеют прощать. Моя слава росла с каждой моей неудачей. Награда состоит в усилии, а не в результате. Полное усилие – полная награда. Жестокость – это страх идеалов других людей. Уметь выносить одиночество и получать от него удовольствие –